Друзья мои, всем привет! Вы на канале Funny Family Games TV. И сегодня мы будем в Roblox с вами играть в режим выживания. Но это будет непростой режим. Мы будем с вами строить базу, и на нас будут нападать какие-то злодеи. Мы от них должны всяческим образом защищаться. В общем, погнали! Смотрите, что я могу делать. Я могу строить вот такую стену. Деревянную, из дерева. Но она более слабая, конечно. Они могут ее пробивать, когда они будут на нас нападать. Вон ребята строят такие кирпичи. Но у меня еще есть вот такие кирпичи. А, кстати, тоже розовый, да? А есть какие? А это что? Во, какие кристаллы. Через минуту на нас уже будут нападать. Господи, что же я стою и ничего не делаю? Давайте, знаете, что я сделаю? Смотрите, я сейчас возьму, построю вот такую башню. Так, нормально. Я не знаю, кто на нас будет нападать. Кстати, у меня еще есть тут пушки. Мы можем пушку свою прокачивать. Что-то я мало тут вообще построил. Я не знаю, сможем ли мы выжить или нет. Все! Кто-то на нас нападает! Какая-то армия роботов идет. Короче, ладно, не суть. Давайте в них пулять. У меня вот такая пушка. У меня пушка заморозка. Посмотрите, она замораживает роботов. Я могу долго-долго пулять в них. У них тратится жизнь. Но она еще и замораживает их. Вот она, я заморозила кого-то робота. Ничего себе. Господи, их тут просто кишит. Не знаю, сможем ли мы их победить. Я, кстати, уже играл в этот режим. Вот они идут прямо на меня. Давайте я сюда буду в них пулять лучше. И мне удалось один раз, на самом деле, выжить здесь. Они рушат мою башню. Они реально меня разрушить хотят. О май гюдни, сколько здесь их. Боже ты мой. Ай, мою башню свалили. Давай, замораживай, замораживай. Что у него так плохо жизнь отнимается? Прям очень слабая какая-то пушка. Мне нужно, мне кажется, пушку прокачать. Есть, я с одним роботом справился. Так, ну пока мы неплохо справляемся вроде, ребят. Есть, я справился с одним. Чего их так много здесь, а? Одна минута до того, чтобы выжить. Сейчас будет, наверное, еще какое-то нашествие других роботов. Нет, пока никто не идет. Дайте ему кирпичом этим, этому громилу. Вот-вот мы выживем, я думаю, если продержимся. Есть, я еще с одним роботом справился. 30 секунд до выживания. Давайте, 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 продержимся от этих роботов зловещих. 15 секунд, 15 осталось, друзья, чтобы нам выжить. Давайте, давайте, всего ничего осталось. Я думаю, мы успеем продержаться. Давай, давай, подходи ближе, давай, давай, что ты мне сделаешь? Все, сейчас ты рассыпешься. Мы сейчас переходим с вами, скорее всего, в новый левел. Наверное, уже в 22 или 23. Да, 23 мы переходим. И сейчас мы снова с вами будем строить стену. Но сейчас будет кто-то на нас нападать более прокачанный. Возможно, это скелеты, зомби, пираты, какие-то новые роботы, неважно. Блин, мне нужно более новую пушку какую-то. Она какая-то прям вообще слабая. Так, давайте быстренько с вами зайдем в магазин и купим себе вот такую пушечку. Покупаем. Есть, отлично. У меня теперь будет какая-то пушка-лазер. Ребята, я что предлагаю? Я предлагаю нам просто вот такой отстроить здесь забор. И просто их там будем всех гасить вот так, чтобы они даже не смогли пройти. Блин, одна минута остается. Надо бы приподняться повыше, а. Давай вот тут построим вот такую башенку повыше, чтобы мы были приподняты. Блин, самое главное, кто на нас будет нападать? Я прям боюсь себе представить. Очень мало времени. Все. Кто? Эти же роботы, что ли? Ну ладно, у меня, смотрите, какая есть лазерная пушка. Я думаю, что я с ними буду быстро сейчас справляться. Да, как ни странно, здесь, по-моему, опять только они. Интересно, тут вообще кто-нибудь другой-то есть? Ребята, у нас тут есть стена. Я не знаю, пройдете вы ее или нет. Ах ты, разбивают ее, разбивают. Они легко с ней достаточно справляются. Господи, они же сейчас меня так свалят. Помогите, ребята. Вот это да, сколько их тут. А-а-а, меня повалили. Капец, уйди отсюда, громила, уйди, уйди отсюда. Отлично, а сюда залезешь? Что, не можешь залезть, что ли? Они не могут даже сюда запрыгнуть, смотрите, я наверху нахожусь. Странно, почему они ничего не пуляют. Ну ладно, с вами будет легко справиться. Вот интересно, кто следующий будет. Тем временем я уже дорос до 26-го левела. Давайте вот с этими роботами справимся. Эй, вы, тупоголовые! Они тут что-то запутались и перепутались. Я думаю, мы неплохо с ними справляемся. И мы, наверное, тоже этот левел пройдем с вами. Но нам нужно какую-то более мощную баррикаду строить. Что? Еще нашествие? Ничего себе! А я только обрадовался. Посмотрите, какая еще гигантская стая роботов идет.
3 секунды, да вы они не успеют ничего сделать. Все, хана вам, ребят. Вау, сколько монеточек! Это все мое! У-ху. Эх, кто тут еще будет, интересно? Может быть, какие-то зомбаки дальше появятся? Кто его знает, кто его знает? Блин, как бы так построить, чтобы они не свалили мою башню, а? Так, ну давай же поднажмем. Ладно, давай забор, просто забор, ладно, построим. Нам надо немножко их остановить. Мамочки. Кто-то другой бежит. Кто это, маленькие какие-то? Кто это такие? Они взрывают все. Это роботы со взрывчатками, что ли? Скелеты там еще, по-моему. Вот это капец. Да, тут уже будет непросто. Зомбаки! Здесь еще и зомбаки есть. Посмотри. Вон он, зомбак. Видишь его? Вот он, вот он, вот он. Блин, я боюсь, что мои башни вот-вот свалят. Давай вот с этим роботом. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Есть, я его заморозил. Сейчас я его лазером сожгу. Надо дожать его. Есть. Все, развалился. Вот это нашествие. Смотрите, они мою начинают уже рушить башню. И зомбаки, и эти роботы, они там что-то мутят. Вот это тут жесть какая-то творится просто. Сколько нам еще осталось продержаться? Ой, блин, они повалили нас. Нет! Уйди отсюда, уйди отсюда. Пошел, пошел отсюда. Блин, мне сердечко надо срочно. Капец, что тут творится? Нет, мне нужно срочно наверх, иначе я не выживу. Там просто дикое месиво какое-то идет. Так, срочно наверх, ребята, вот сюда. Вот это самый тяжкий какой-то просто... Блин, робот сюда идет. Здоровенный, ты сюда, иди. Сейчас я тебе дам. Все, я думаю, мы сейчас успеем продержаться. Оу! Есть! Фу, вот это монетище, посмотри, сколько монет. Мы пережили эту нелегкую волну. Она была довольно-таки тяжелая. Блин, если бы еще бы просто пару минут, все, нас бы в живых бы не осталось. Они бы с нами справились. Их там нереально много было, там такое месиво уже пошло. Итак, друзья, остается всего лишь, наверное, 15 секунд до новой волны. Я построю себе вот такую вот стену. Все, 3 секунды, уже нет смысла строить. Так, все, давайте я беру свою лазерную пушку. Опять бегут эти роботы какие-то. Ух ты, прикольно, ребята, как построили, а? Хорошо, мы неплохо с ними справляемся. Вроде бы они все взрываются. Вон еще бегут. Ничего себе, сколько их. Интересно, удастся ли нам пережить это нашествие? Я думаю, оно будет одно из самых тяжелых, потому что это 32-й элевал. Капец просто. Блин, быстрые они, как муравьи. Вот так распыляются. Их тут столько уже кишит. Те, кто уже более продуманный, знает, надо строить верхушку, и на верхушке тебя мало кто поймает. Давайте, 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 что-нибудь сделайте, попробуйте с нами сделать, пока у вас ничего не выходит. Эх, вам бы сейчас помощников, каких-нибудь зомбарей, там, я не знаю, больших роботов, но у вас ничего не выходит. Так, сколько нам осталось продержаться? 30 секунд, тем временем еще одно нашествие. Господи, сколько вас? Они пытаются мою баррикаду подбить. Но как-то ничего у них не выходит. Ух ты, а того-то подбили чувака. Смотрите, башня упала. Сколько монетище, господи. А давайте ничего не будем строить. Посмотрим, выживем мы так. Вот просто вот так. Полегче, полегче. Сколько вас? Господи, что творится? Меня тут сносит, по-моему, все. Эй, полегче, ребята, ребятули, все, прорвали они нашу стену, все, что строилось, все, что вообще когда-то развивалось, все поломано, блин, вы что делаете, они свалили меня, нет, вы что, ребят, вы серьезно, зомбаки, брысь отсюда, пошел отсюда, зомби, сердечко, сердечко мне надо, у меня одно сердечко, без стены не выжить, надо стену более прокачанную строить, в общем-то, друзья, я буду дальше продолжать с ними выживать. Вы ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV, нажимайте просто красненькую кнопочку. Но у меня продолжается заруба. Всем удачи, всем пока-пока! Не могу вам помахать рукой, потому что просто мышка моя все время на чеку.